Мать твою, меня начальник убьет, я ее перевернул. Хорошо, офицер, пробежимся. Я заставил их бегать. У меня, судя по всему, террорист. Он стреляет из автомобиля по полицейским. Я не знаю, что мне делать. Он сказал, что мне нельзя ехать ниже 40 миль в час. Невозможно построить маршрут до Скандинавии. Сэр, я могу вам предложить путевку, если вы вернете мне мой такси, и я поеду дальше. Хотите в Казахстан ко мне съездить? У меня у бабушки такие вина. Тут коп все это видит, бля. Давай-давай, заберем его машину. Ключи еще здесь, ключи здесь. Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккейдо, и добро пожаловать на сервер Юди Роллплейс. Нас сегодня очень и очень много, вот, поэтому это будет классный эпизод, по меньшей мере, да, правда, у нас полицейских в разы, наверное, больше, чем гражданских сегодня, но, тем не менее, я за полицейских, поэтому вы увидите всю работу копов с моей стороны, от моей точки зрения. Я так полагаю, что у нас здесь собрание перед департаментом. Окей, давайте послушаем, что происходит. Так, офицеры, все в сборе. Ну что ж, приступим. Сегодня нам нужно два автомобиля на Marina Drive. Один будет стоять с той стороны, второй непосредственно с этой. Надо смотреть все автомобили на предмет взрывчатки. Особенно смотрите за внедорожниками и грузовиками, потому что поступил некий вызов, что, возможно, что-то произойдет. Ночка сегодня будет неспокойная. Также нам нужен автомобиль около заброшенного мотеля и около пирса. Окей, я заберу... Я думаю, останется у нас по вызову, поэтому... Я заберу Марину с той стороны, скорее всего, да? Остальные офицеры пусть сами решают. Ну, или вы назначите. Я возьму офицер. Я возьму мотель. Отлично. Ну и все, кажется, разобрались. За работу, ребята. Детектив, вы оставайтесь здесь по вызову. Уже подъезжайте к нам. Ну, это понятно. 1, Адам 22, код 10-8. 1, Ocean 12, 10-8. О, да, это очень круто. 1, Ocean 42, код 10-8. Очень круто, мать его. Просто топчик. Окей. Окей. Заправиться и на Марину. Я, правда, немножечко отрезал офицера за мной, но ничего страшного. Так, большая машина, и не просто управлять. Вот. Окей, двинули на Марину, там мы встанем. 1, Адам 22, код 1040, Marine Drive. Это 1, Ocean 12, у меня 2, 10, 37. Двигайся по Panorama Drive в сторону севера. Вернули к мотелю. 24, Ocean 12. Окей. Поехали, проверим. Развернулись на бульвар Глоквер. Находится у мотеля. Вижу вас, слушаю. Нужны офицеры. 10-23, 1-1-22. 1-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 1
Окей. Кажется, я их нашел. Адам 22 на месте. Да, я это... Извиняюсь, я просто неправильно сделал, я в курсе. Сэр, будьте добры, пожалуйста, ваши документы, страховку и техпаспорт автомобиля. Сейчас, конечно, секунду. Чё-то нас много здесь, правда. Окей. Подтвердите, пожалуйста, имя на этих документах. Гордон Мейлс. Ожидайте, пожалуйста. Я останусь с ним. Что произошло, мистер Гордон? Да я это... Что-то задумался и развернулся через две сплошные. Угу. Это сегодня неплохой вечер. Ocean 12. Да, мне нужны 10, 27, 10, 29 по
Гордону Мейлзу. Ожидайте. Офицер, останьтесь с ним, пожалуйста. Да, конечно. Окей, 10, 27, 29. Сейчас пробьем, короче, его быстренько. А, так, гражданские. Мне впервые в жизни так много мигалок за моей спиной. Парковка не положена вместе, предыдущий штраф. Да, мужской есть. Так, окей. Один Адам 22 к 1 Оушен 12. 1 Оушен 12. Есть 28 по автомобилю? Да, секунду. Сейчас посмотрим. Номерной знак H0T123R. Черный титан. Гордон Мэйлс, да, действительно. 1 Адам 22 к 1 Оушен 12. 1 Оушен 12. Гордон Мэйлс, 91-го года рождения, имеет водительское удостоверение, также имеются предыдущие штрафы, неоплаченные отсутствуют, при этом штрафы предыдущие были за парковку в неположенном месте. Также черный лампади каска, ход 123R, был также зарегистрирован на Гордона Мэйлса, регистрация действительно, страховка действительно. 10-4, благодарю. 1 Генри 1, 30, Коушен 12. Слушаю, Генри 1. Скажите, пожалуйста, за что вас остановили подозреваемого? Пересечение двойной сплошной линии? Да. Согласно дорожному закону, штраф за двойную сплошную составляет $2500, но так как вы остановили, вы его вырешаете, вам соответственно. Окей. Okay. Да, офицеры, езжайте, я разберусь. Попробуйте найти второй автомобиль. Это был черный четырехдверный седан с неоновой подсветкой. 1 Линкольн 42, 1037. Этот седан направляется по Альгамбра Драйв. Займитесь этим. 1023, следую за вами. Повернул на Джошу Роуд. 1-22, буду начинать 1080 с подозреваемым. Двигаемся сейчас по Джошу Роуд, я буду называть 1020. Продолжаем в западном направлении. Скорости выше 90 миль в час. 1 Ген-1, 231. Повернули направо, попытка взять в бокс, подозреваемый провалилась. Продолжаем по Марине в восточном направлении. Первый в погоне у нас 1 Линкольн 42. Я второй в погоне. Окей. Будет весело. Гребаный. Так и не поворачивает совсем. 1 Оушен 12, кадр. Он открыл огонь. 10-13 из автомобиля. Диспетчер, разрешайте огонь по подозреваемому. 10-4. Летальная сила авторизована. Они вышли из автомобиля. Выстрел, выстрел по офицеру. Господь. Господь. Продолжаем в сторону Алгоквина. Повернули только что налево, бегаем между домами. О, это очень крупнокалиберное оружие, судя по всему, скорострельное. Нужна помощь в таране. Подозреваемый задержан. Руки вверх, немедленно! На землю! Был один? Вот так-то лучше. Произведите задержание офицера, он на мушке. Один Адам 22, диспетчер. Уже. Адам 22. Требуется срочно 10.52 для офицера, он ранен, находимся на Ниланд-авеню, вы, я так полагаю, найдете нас. Чтобы мне помочь, я забыл свои наручники в машине. Господь, офицер, это... Прошу прощения, первый день. Ну, что происходит, день. За что меня задерживают? Дмитрика. Дмитрика у нас, КАФ, 10. Мы все расскажем чуть позже, я уверен, что вы сами в курсе, за что вас задерживают. Офицер, можете машину сюда пригнать? Да,
Поступил вызов, кто ранен? Я, честно, здесь только что был офицер и лежал на земле. Возможно, я не знаю, возможно, он отполз за дом куда-нибудь. Посмотрите, просто сейчас времени нет. Где эта чертова машина? А, сэр, пройдите, пожалуйста, со мной. Пакуйте его и везите в участок. Да. Подскажите, у вас есть что-либо, что может предоставлять опасность офицерам? У меня есть оружие. Угу. И где оно находится? Под курткой. Окей. Я сейчас аккуратненько его изыму. Помимо этого, что-либо есть? Ничего больше не имеется. Хорошо. Пройдите в автомобиль. Да, офицер, пока не забирайте его. Сейчас, несколько минут, побудьте здесь. Хорошо. Окей. 1-1-22. 1-22. Один подозреваемый задержан, требуется 10-51 для черной Курумы. Стоит на Алгоквин Бульвард. 10-4. Так, окей. 1-1-22 к 1-Линкольн-42. Да, забирайте подозреваемого, везите его в полицейский департамент. Вам также потребуется 1X-64, это наш детектив, да. Обратитесь к нему, пожалуйста, по рации. 24. Офицер. Да. Этот человек открыл огонь по полицейскому? Да, все верно. Оружие у вас в автомобиле? Да, я забрал его в качестве конфиската. Передайте все это детективу, пусть он разбирается с этим человеком. Да, сейчас все будет в полицейском департаменте. Вы сможете составить рапорт по тому, что произошло? Да, конечно, но мне нужны ваши комментарии по этому поводу. Да, хорошо. Я так понимаю, вы детектив. Можно с вами поговорить как-нибудь? Прошу встать у стены. Окей. Лицом ко мне. Детектив, я с него наручники снимать не буду, так как он открыл огонь по офицеру, и я так полагаю, обвинения все вам понятны, да? Соответственно, оружие, из которого он производил огонь, я оставлю здесь, в вещдоках. Можете хорошо, его забрать. Хорошо, я вас понял, офицер. Итак, объясните мне, пожалуйста, зачем вы начали стрельбу? Тиф, может быть, мы с вами как-нибудь прогуляемся? Нет, к сожалению. Мне нужна вся информация. Офицер первый открыл по мне огонь, и мне пришлось защищаться. Одну минуту. Кто в кого стрелял? Я подошел слишком поздно. Я услышал выстрелы домом. Мне нужен ваш комментарий по данной ситуации. Да, соответственно, там они разбираются по поводу того, кто по кому открыл огонь. Я точно уверен, что офицер не стал бы открывать огонь, если бы он не увидел оружие или не было бы явной угрозы. Соответственно, понятное дело, что огонь первый открывал не офицер. Вот. Помимо этого, да, я приехал несколько запоздало, да, но я как раз подъехал к тому моменту, как подозреваемый начал убегать. Они вместе с 1 Генри 11, я так полагаю, убежали задом. Вот. Не знаю, насколько все плохо с Генри 11, но видимо, я не знаю, что произошло, да, но, видимо, он или рацию потерял по пути и до сих пор не дошел сюда, нам нужно будет его найти обязательно. Вот.
Что еще могу сказать? Да, в принципе, все, да. Вы сами все видели, по большому счету. Я вас понял. Я проедусь еще раз по городу, попробую его найти. Ну а дальше уже надо заняться этим человеком, потому что ехали они вместе с тем самым Гордоном Мейлзом. Возможно, Мейлз тоже замешан в чем-то, и носить с собой автоматическую винтовку, мне кажется, это ненормально. Безусловно, безусловно, офицер. Возможно, убедитесь, пожалуйста, в том, что он сядет на максимально возможный срок. Да, отпишите мне по решению, пожалуйста. Да, хорошо. Спасибо. Сэр. Да, офицер, слушаю вас. Это же вы забирали одного из наших офицеров? Нет, я не забирал, он был на месте, он просто отошел. У него было сильное кровотечение руки, но я ему заметовал руку, ну и сказал, что чтобы он ко мне подошел, но, к сожалению, я его еще не видел. Я тоже жду его. Хорошо, спасибо. Я боюсь, что он... Да. Дайте, что я жду его сегодня вечером. Генри Одинс. Можно, возможно, он даже дает указание. Да, подойди сюда, пожалуйста, быстренько. Не могу быть точно. Хорошо, я вас понял. Никто больше из вас... опять же, мне нужна вся информация. Так. Никто больше вас не знает, что именно произошло там. Да, я рад, что с вами все в порядке. Тем не менее, я вижу то, что... Вас чуть не наделали довольно большое количество дырок, поэтому вот медик, обратитесь к нему, пожалуйста, я вас очень прошу. Не играйте в героя, да, пусть он подлатает вас немножечко, чтобы все было в порядке. Да, и потом поговорите с детективом, потому что у него нет особого представления о том, что именно произошло, да, он считает то, что офицер открыл огонь первым, то есть вы, да, и, соответственно, вот тому человеку пришлось защищаться. Я вас понял, офицер, да. Хорошо. Да, долг, кажется... Я могу за ним приглядеть, если требуется помощь. 1-1-22, код 4 с той сцены, я код 10-40, Сэнди Шорс. Че у нас, блин, в городе происходит? Неспокойно, неспокойно. Офицер предупреждал, и, видимо, он что-то знал. Но он раньше со спецслужбами работал, поэтому... Это все понятно. 1-1-22, всем свободным офицерам. Если вы не принимаете участие в расследовании, пожалуйста, вернитесь к своим ежедневным обязанностям. Окей. Мы все равно не можем иметь, пока, хоть и офицеров много, да, но мы все равно пока не можем иметь нескольких людей, да, которые занимаются расследованием одновременно. У нас есть детектив, кстати, но не очень помогает. Ну, пусть расследует. Господь, этот чат, конечно. Я хочу немножечко проследовать за той машиной. Я просто понять не могу, что к чему. Но я проследую немножечко за ним. Это очень и очень странно. Ух уж эти кошки-мышки. Если он пересечет панораму там, то да. 1-1-22. Буду производить 10-11 с черным двудверным седаном. Едем по Панорама Драйв в южном направлении. Только что повернули на Чилл Роуд. В восточном направлении он не останавливается. Требуется 10-83 сюда. 1-12, подозреваемый по стрельбе по офицерам сбежал. 10-4. Двигаться пешком поздно, куда я винил, во дворы сбежал.
Один гений 11, Адам 22. Адам 22. Код 1031, доложите ваши 1020. 104, мы сейчас находимся на Панорама Драйв, параллельная дорога слева от, соответственно, взлетно-посадочной полосы. Я стою на въезде в частную территорию, там наверху дом, я так полагаю, никаких других съездов нет. Соответственно, я жду дополнительных офицеров сюда. Потому что, возможно, они будут вооружены. Мне нужны все свободные офицеры сюда. И он только что выехал сейчас на территории. Продолжаем по дороге параллельной панораме. Проезжайте, проезжайте вперед. Быстрее, быстрее, быстрее. Вперед проезжайте. Офицер не в ту сторону. Черт. Так и не очень поворотливый просто. Я понемножечку теряю визуальный контакт, но он продолжил в западном направлении по вот этой дороге. Окей. Вижу его, остановился посередине дороги на шоссе 68. По мне открыт огонь, по мне открыт огонь. Повернул в сторону шоссе 68. Всем свободным офицерам. Подозреваемый продолжает по шоссе 68 в восточном направлении в сторону тюрьмы и Сэнди Шорс. Я только что 10-50. Здорово. Топчик. 42, пишу на помощь. 10-4. Подозреваемый продолжает по шоссе 68 в западном направлении. Сейчас, вернее, в восточном направлении. Потерял визуальный контакт с ним. Это был черный двухдверный такой ретро-седан. По поводу количества людей в автомобиле подсказать не смогу. Один Ocean 12, включаюсь. Поиска седана. Один Линкольн 42, подозреваемый замечен. 10-4, ваши 10-20. Двигается по направлению к тюрьме. 10-4, я в пути. Это, конечно, было несколько некрасиво, но да ладно. Аккуратно, подозреваемые вооружены. Его машина слишком быстрая. Он сбил койота. Он открыл огонь по мне. 10-4, а ваши 10-20, пожалуйста. Моя машина. О боже! Линкольн 42. Мне нужна помощь. Он едет в направлении Лос-Анс-Кастом деревенского. Повернул куда? 10-4. Я его потерял, моя машина обезврежена. Я надеюсь, что мы можем здесь выехать. Я надеюсь, что мы можем здесь... Да. Найс. Окей. Трафик вообще сегодня меня не слушает. 1-2, продолжаю погоню. 10-4. Называйте 10-20, пожалуйста. 10-4. Один Адам 22, третий в погоне. Еще раз налево на Синора Роуд. Генри 11, если можете, возьмите третье место в погоне, потому что Таха не очень быстрый. 24. Остановились у Rebel Radio. Продолжили через гору. Он развернулся, продолжаем вниз по шоссе, в сторону шоссе 68. И он только что спрыгнул. Мать его. Проезжайте мимо. Окей. Продолжаем по Синора Роуд в направлении города. Подозреваемый находится один в машине или два? Не имею такой информации. Повернули на стройку. Господь, это так дико неповоротливый. Окей. Мертвый кабан.
Один Ocean 12, запрашиваю воздух один. Диспетчер, нам потребуется воздух один. Погоня сейчас имеет место на Синора Роуд. Двигаемся в северном направлении, ездим кругами через стройку. Заблокируйте одну из дорог. Да, да, да. Есть 4 Ocean 2. Принято. Я перекрою другой выезд со стройки. Окей. Мой автомобиль поврежден, не могу продолжать погоню. 10-4. А, вижу, подозреваемый находится сейчас на стройке как раз таки. Он просто ездит кругами. 1 Адам 22 к 7 Том 65. 7 Том 65 на связи. Том 65, можно, пожалуйста, нам воздух один сюда? Вижу подозреваемого. 10-4, здесь 12, Адам 22. Благодарю. Судя по всему, подозреваемый намеревается выехать со стройки. 10-4. Я в пути. Я в пути. 1-42, требуется 10-24 на 10-20 на Роуд стройка. Я перевернулся. Подозреваемый движется по трубопроводу. Блин, я не вижу. 10-4, есть визуальный контакт. Не дайте ему спрыгнуть, не дайте ему спрыгнуть. Мать твою! Ocean 12, я упал в трубопровода. Ocean 12, медики в пути, ждите. 1-1-22, требуется 10-52 на Синро Роуд. Вертолет отмени, пожалуйста. Сэр, спуститесь вниз немедленно! Здесь высоко, я боюсь. Мать твою! Пройдите назад по трубе. В другую сторону. Кажется, подозреваемый бегает. 10-4. Че у меня с персонажем-то не так? Вперед, полицейский автомобиль. Открыть огонь по нему. Выйди из машины быстро, быстро, руки вверх. Хрен с ним, я его просил. Подозреваемый убит. Ах, черт. Так, я вызову медиков, будьте с ним. 1-1-22, какое примерное время прибытия медиков на сцену? У нас здесь сбитый офицер. Офицер, с вами все в порядке? Офицер, меня слышите? У меня что-то с ребрами. Офицер, все нормально, медики уже здесь, они уже здесь. Я не чувствую ног, офицер. Все будет нормально. Они помогут. Быстрее! Видимо... Видимо, на его экране, просто на другом месте. Сэр, да, он немножечко не здесь, на самом деле. Да. Виноват. Ничего страшного. Вот прям тут, да, вот здесь. Десинхронизация. Сэр, меня слышите? What the fuck? Сэр, кто это был?
Не отключайтесь, пожалуйста, держитесь. Мне его срочно надо везти в медицинский департамент. Да, пригоните машину сюда. Надо еще доучить наших офицеров, потому что вот такое вождение это совершенно ненормально. Один Линкольн 42. Так, да, давайте аккуратненько его погрузим. Офицер! Офицер! Да. Черт. Он с нами. Давайте, за руки, за ноги. Я еще чувствую, но... Давайте, за руки, за ноги, и быстро, быстро его прям в медицинский департамент, срочно. Конечно, конечно. Раз, два, взяли. Пойдем. И... Один Генри 11, кажется, подозреваемого... Сейчас. Требуется медик. Лев 6. Ролплей. О, да. Да. Если можно, да, спасибо. Детектив, у нас Извините, офицер, я просто шляпу. За один вечер. Это значит, что кто-то плохо выполняет свою работу? Да, в смысле? Да. Почему этот парень кто-то до сих пор здесь? Почему вот он до сих пор здесь? Я уже решил, что с ним сделать, и мне нужно просто был шеф полиции, и мне нужно было ему сказать, что он сядет надолго. Угу. Я понял. А какие итоговые, соответственно, предъявления по этому делу? Ну, как вам сказать, он... Вы по поводу этого преступника или вообще по всему делу? Да, нет, по поводу конкретного преступника. В общем, он сядет за стрельбу офицера и за побег из полицейского участка как минимум на 5 лет. Я понял. Хорошо. О, а вот и шеф полиции. А я хотел бы вам доложить то, что этот молодой человек сядет на 5 лет за стрельбу офицера и побег с полицейского участка. Отлично. Я рад, что вы его нашли. Достойны этого. Черт, как же ноют ребра. Даже корсеты и обезболивающие не помогают. Я рад, что вы уже чувствуете себя лучше. Это было... Спасибо, да. Офицер. Офицер, вам уже потребуется помощь с кровью справа? Или это подозреваемого кровь? Нет, я в порядке. Я не знаю, чья это кровь, но я в порядке. Так, мне надо его... А что случилось с тем подозреваемым, который сбил меня? Он мертв. Хотел бы я его пристрелить за такое. Да. Ощущение, будто меня засунули в мясорубку. Два ранения за один вечер. Это, конечно, сильно. Это сильно. Ничего не могу сказать. Я скажу, что вы очень крепкий. Это да. Ладно, это не отменяет. Вы стали шефом полиции. Это не отменяет того, что пора работать, господа. Надо довести смену до конца. А, полностью давайте, с вами согласен. Давайте встретимся вечерком и отметим мое выздоровление бутылочкой пива. Я представляю. А мне нужно что-то помочь вам или как? Ну, я думаю, что нет. Возможно, попробуйте установить связь между двумя этими подозреваемыми. Возможно, у них были какие-то общие клубы по интересам, общие знакомые, место работы, учебы, что-то еще. И потом уже мы сможем работать дальше по этому делу, возможно, сможем развить его и найти кого-то еще. Может быть, их было не двое, а больше. Я абсолютно с вами согласен, офицер. Но... Ладно, хорошо, я попробую что-нибудь узнать. Но, думаю, навряд ли получится. Но я попробую. Черт, так и жалко. Детектив. А что с ней случилось, офицер?
Да в целом ничего, у меня есть трамбар, да, но вот правая часть машины меня дико огорчает. Ох. Я не помню, по-моему, в один из моментов той самой погони, да, я лег на бок на ней, поэтому... Заедьте в гараж Джонни, он подрихтует ее. Вы знаете, у меня там связи. Там всегда ремонтируют полицейские автомобили. Да, шеф. Я знаю, знаю, надо будет заехать обязательно. Но работа тоже непочатый край. Я рад, что вы вернулись. Да, конечно. Спасибо, офицер. Ну, давайте вечерком за бутылочкой пива обсудим дальнейшие наши планы. Я проставляюсь сегодня. Обязательно. Ну, а сейчас надо додежурить. Это да. Окей, друзья, надеюсь, что вам этот эпизод понравился. Если так, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И, соответственно, если вы хотите стать частью нашего замечательнейшего сообщества, то ссылка в описании urp.live, да, переходите, регистрируйтесь на форуме и, соответственно, подаете заявку, и вы считаете, что уже на нашем сервере. Вот, на сегодня все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.